Всем привет! Сегодня речь пойдет о туалете. Если у вас такой же сливной бачок с одной общей кнопкой, и вы хотите экономить воду, тогда это видео будет для вас полезным. Есть такие бачки с двумя кнопками, большой и малый слив. Но если у вас такого нету, тогда смотрите дальше. И для того, чтобы сделать малый слив на обычном бачке, необходимо нажать на кнопку слива и через секунду или две нажать еще раз, и подача воды из бачка остановится. И благодаря этому вы сэкономите воду и свои денежки. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, и всем спасибо.